Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. Поехали, сразу же приступаем к следующей миссии. Воу-воу-воу, тихо. Рыцари, спокуха. 246 у них мощей, ты представляешь? Против моих маленьких птичек. Но я думаю, что мы не будем с вами пасовать, а попробуем все-таки их разобрать. И я думаю, что у нас должно это получиться, потому что мы все-таки немножечко, но посильнее будем. Хотя тут, смотри, какой грязнули, а? Действительно, в шапочке грязный, еще с каким-то якорем обвязанным пришел он к нам. Ну что ж, давай, наверное, с него и начинать. Угу, неплохо. Так, а почему на него не повесили мы терновый куст? Скажите-ка мне, друзья, он же... А, у него иммунитет. Тихо-тихо, не трогайте мне Матильду. Вот, бейте Чака. Угу. Поехали, дальше я не буду, ребята, уступать ему. Хорошо, идем, очень хорошо. А, тут у нас еще к тому же три волны. Расслабляться не стоит. Да-да, расслабляться не стоит. Вот сейчас момент истины. Или он падает, или он нам потом дает... взбучку, но он упал. И это классно. Остается добить вот этих маленьких свинюшек. Точнее, уже одну свинку. Давай-ка мы хильнемся, наверное, малька, да? Ух ты, это что у нас повесилась? Регенерация? Ага. Ну что же, это мне на руку. Давай, переходим к следующей волне. Где здесь кто? Ух ты, бородач, как же я его терпеть не могу? Ну, ребят, на самом деле, он мне нравится по-своему. Так, дай-ка я заряжу перчик. Надо было, наверное, на третью волну перчик-то призывать. Ну ладно, что сделано, то сделано. Давай попробуем его добить. А ну-ка. Ты смотри-ка, выжил. Так, он думает о Чаке, как бы его наказать. Ну, не тут-то было. Сейчас мы его бомбанем. И сделаем это вот так вот. Ах, у него броня. У него броня, друзья мои. Ну что же, я думаю, это ему не поможет. Найс. Ха-ха. Переходим с вами к следующей волне, потому что этого мы нахлобучили. Да, до уровня нам еще далековато. Ну и кто здесь? Ага, опять маг, опять этот рыцарь. Знаете, что я не могу понять? Почему у меня Матильда не делает терновый куст? Она же у нас обычно всегда делала именно его. Почему у нас и свиньи получали соответствующий дамаг? Мне это совсем не нравится. А ну-ка, Чак, давай. Ярость. Да кого же вы бьете? Зачем вы бьете этого малыша? Он нам особо сильно не мешает. Так, давай-ка я вот этого, наверное, жарабасика завалю. Угу, завалил. Аж 20 раз. Так, он на себя повесил отхил. А маг... Ох ты, маг. Что он сделал, друзья мои? Он, по-моему, повесил на себя отхил. Но он ему не понадобится. Так, ну что ты там, будешь опять думать? Да, когда вот это вот обозначается, ребята, вот этот значок, это будет массовая атака, понимаешь, да? А ну-ка. Регенерация. И добили. Слушай, ну здесь у нас хорошо получилось. Все, как говорится, гладко и без задоринки. Так, три звезды, значит, мы с вами сейчас... Ух ты, 100 тысяч очков. Дайте мне, пожалуйста... Три морские звезды. Как по заказу. Ну что ж, давайте переходим. Кстати, друзья мои, я вчера разбил на составляющие очень много шмоток, потому что очень много у меня было дубликатов их. Так, а что? А, подожди, давай посмотрим. Так, мы что-то тут обдумываем. Села муха на бомбу. Ну и взорвалась, естественно. То есть Чак прошарил, да? Что нам не стоит туда плыть. А этот ржет. Сидит на стенке и смеется. Так, профессор опять какую-то толкает нам идею. Жалко, не показывает. Говорит, на корабле не получится. Нужно сделать разведку. Ага. Подводная лодка? Вот это круто. Ха-ха-ха. То есть нам нужно ее захватить, да? Я понял, друзья мои. Мы должны с вами захватить подводную лодку. Но, кстати, у нас 16 монет. Нам нужно еще с вами... Сколько? Еще 10 монеточек, чтобы... Даже 11, чтобы мы могли с вами еще раз крутануть рулетку, да? Ну, рулетка, я имею в виду именно свинку золотую с монетками. Так, давай посмотрим. Мы можем с тобой бесплатно сейчас сделать один ролл. Вау, сломанная арфа. Ну, она слабенькая.
Ладно. Мы можем, конечно, и за 3 монетки, да? Но оно того не стоит. Письмеца никакого нету. Нету. И это грустно. Так, коллекция звезд. Это что это у нас такое? А где эти звезды-то? Смотри-ка, мы с тобой что получили. А, слушай, если мы наберем с тобой 490 звезд, нам дадут вот такой вот шлем. Ух ты. Свинка будет другая, но это за 1000 звезд. А всего в игре, я так понимаю, 1296 звезд. Так, ладно. Я хотел посмотреть, что у Матильды не так. Ну так правильно, друзья мои. С какого перепуга на ней стоит вот, вот эта вот шапка. Скажи-ка мне, вот, вот эта вот шапка должна быть у нас. Вот оно, тернистое вино. А я и думаю, что за неполадки такие. Почему она у нас не отравляется дополнительно? Так, и хотел, значит, посмотреть. Вот здесь вот, ребята, у меня было очень много двойного оружия всякого, да, очень много. И я их разбивал вот на составляющие, вот на эти вот. И хочу посмотреть, может быть, мы что-то можем с вами приготовить или скрафтить. Но, как видишь, сок мы с тобой не скрафтим никаким образом. Мы можем с тобой купить напиток стойкости, заполняет стойкость на 1 единицу. Зелье опыта. Так, а что у нас вот тут вот? Блестящий песок. Большой сосуд. Так, жгучая тыква. Высококлассный ингредиент для алхимии. Хм. А здесь-то нам что не хватает? Нам не хватает больших сосудов. Ох ты, это что это у нас за такая капелька? И причем вишенки-свинки. В первый раз вижу такое. Хорошо, а здесь вот мы можем с тобой что-нибудь... Ух ты, базовый ресурс. Нельзя изготовить его. Коснись предмета и удерживай, чтобы узнать подробности. Так, А, это для арены. Подожди-ка. Энергия наложения чар. Ну да, по ходу дела. Слушай, у нас много ресурсов, но... Высококлассный ресурс для ковки требуется... Ага, 5 бамбука, чтобы сделать вот одно такое вот полено квадратное. И знаешь, что я еще вчера сделал? Немножечко усилил наше оружие. Совсем-совсем маленькое. И вот смотри, самое интересное, что вот здесь вот... Чтобы мы с вами могли сделать... Я не знаю, что здесь будет происходить, но нам нужно еще... Еще одно орудие. Не могу понять, почему вот это вот сюда не впадает, не заходит. А эти какие-то желтые, видимо, супер эпичные, что ли, да? А это так себе. Ну, анимация довольно прикольно смотрится. Мне нравится, тут листочки летят. Все довольно круто. Короче, нам нужна еще одна шмотка легендарная, чтобы мы могли что-то сделать. Объединив 3 вещи из комплектов и получи новую вещь текущего уровня. Шанс получения древней вещи из комплекта при объединении вещей из комплектов 20%. То есть все равно в любом случае это будет рандомно, да? Ну, если у меня такие вещи будут, а тем более в излишке, то, конечно, я буду их объединять. А вот эти вот шмотки, которые на нас одеты, это последние вещи, которые у меня есть на моих птичках. Я, конечно же, не собираюсь их распылять. Ну что ж, давай с тобой отправимся... Где нам тут показали подводную лодку, да? Где-то вот тут или вот тут. Ага, вот сюда я могу пойти. Вот сюда. Ну что же, наверное, нам сюда как раз и нужно, да? А где же нам... Ага, вот. Вот до сюда, скорее всего, мы с вами дойдем. Но этот путь, конечно, будет длинным и долгим. Но нам спешить некуда, поэтому, друзья мои, давайте приступим. Так, свинская мощь здесь будет 132. Это буйные свиньи. Увеличивают силу атаки по мере заполнения перца ярости. Он хочет сказать, что он сейчас будет получать урон. Соответственно, он будет себе копить ярость и атаковать нас. Но только не вот этот грязнуля. А уж этот и подавно. Смотри, какое у него оружие. Рогатка, да? В котором банан привязан, еще что-то. А тут замороженный просто-напросто арбуз. Угу, давай приступим. Так, неплохо он получил. Давай свое терновое вино. Вот, ребята, вот, вот это уже то, что нужно. Так. Отлично, он получает достаточное количество урона. Поэтому мы его сейчас накажем. Ага. Перец, это вот у них вот эта вот шкала. Это называется, наверное, накопление перца, да? Ярости. Ну, вот этот однозначно не доживет. Вот этот свин. Мы его с вами победим. А вот этот что-то нам сделает. И сделает он больно чаку, судя по всему. Но мы с тобой можем, знаешь, что сделать?
Мы можем поставить, например, защиту. Только нужно ли? Попробуем так справиться. Сейчас ударит. Сейчас ударит бедного Чака. Воу, воу, тих. Ты смотри, друзья мои. Он просто его уничтожил с удара. Господи, бедный Чак. Да, мы с вами получаем всего лишь две звезды. А звездочки, как мы уже узнали, нам нужны. Можно, наверное, переиграть этот уровень. Ну ладно, я переиграю его уже за кадром. Не буду вас сейчас топить. Мы будем проходить с вами основную сюжетную линию. Так что отвлекаться на всякие мелочи нам не стоит. Так, куда мы с вами продвигаемся? Покажите мне, пожалуйста. Ага, вот сюда, вот наверх. Угу. Это получается у нас с вами будет вот такая вот дорожка, да, закругленная. Так вот мы с вами пойдем, и вот здесь вот должны, по идее, выйти. Если мы вот здесь вот с вами отыгрываем, у нас открывается еще один... Сколько? 295. Это свинской мощи? Серия боев Болото 2. Хм. А если я возьму... Блин, слабо, да? Или нормуль? Слушай, как думаешь... Так, я немножко озадачен. Ладно, давай попробуем с тобой сыграть через Чака. Если не получится, мы с тобой возьмем либо бомбу, либо озорников. Поехали. Три волны здесь, друзья мои. Три. Так. Отравляем. Слушай, ну половину здоровья мы уже отняли. Пока он там будет думать, мы его уже и накажем. Раз. Два. Еще и оглушили. Все, он не жилец, друзья мои, он не жилец. Добиваем. Так, переходим с вами на вторую волну. Смотрим, кто и что здесь. Ага. Ну давай, наверное, вот этого вот шамана будем бомбить для начала. Если что, будем применять с вами потом перец. Как раз у нас перец ярости накопился. Так, этот думает. Он хочет бить Чака, ну в принципе... Ой, Чака, Реда. В принципе, не будем ему мешать, да. Пускай он там готовится к атаке. Нам главное вот этого наказать. Да что ж ты будешь делать? Он выжил. Опять? Нет. Думает, этот тоже думает. В общем, этот у нас... Так, сделаем защиту. Этот у нас на следующем ходу погибает. А мы с вами продолжаем. Так... Что он? А, мы еще и оглушили его. Ух. Слушай, ну это круто. Он у нас оглушенный. Мы вот так вот его немножко потравим. Сейчас он ударит мне Чака. Довольно сильно ударил на самом деле. Так, давай-ка мы маленечко похиляемся. И добьем. Ну. Переходим на последнюю волну. Смотрим, кто у нас тут. Покажите, пожалуйста. Оу. С палкой такой, да, сыр надкусанный. Ну что, я предлагаю, наверное... Да давай сразу сделаем гнев. Ну. Так. Отлично. Слушай, ну неплохо мы, считай. Половину здоровья отняли. Только лишь за одну ходочку. Так, он, кстати, будет делать массовую атаку. От греха подальше. Сделаем на себя защиту. Ну, что он сейчас предпримет? Бамс! Но мы выжили. Мы выжили с вами, так что... Свин, тебе не повезло. Конечно, хотелось бы его оглушить, но... Так что опять он копит свою ярость. Но не в этот раз. Хорошо? Жиробас. Все. Наказали. Слушай, ну этот довольно легкий оказался боссик. Я надеюсь, три звезды у нас. Да, три звездочки. 94 тысячи. Так, ну давай. Ерунду, конечно, получили какую-то, но ничего страшного. Главное, что на халяву. В общем, двигаемся с вами далее. И сейчас посмотрим, куда мы переместимся. Магазин будет у нас открыт. Надо заглянуть, наверное, нам в магазинчик и посмотреть, что там раздают. Так, перчаточная кукла, треугольная арфа и морской жезл. Хорошо, я это все скуплю. Вот так вот, ребята. Чтобы, как говорится, этот магазин нам не мозолил глаза, да? Вот отметился он галочкой, что он, типа, распродан. И двигаемся сюда.
Здесь нас поджидают буйные свиньи, и свиньская мощь всего лишь 67. Но это для нас вообще смешно. Сейчас мы его быстренько расчекрыжим. Но я думаю, что здесь, наверное, будет... А нет, одна волна, как ни странно. Ну-ка, поехали. Так. Ну да, это для нас вообще не вопрос, чтобы их победить. Хочет один ударить Чака, а другой хочет ударить Матильду. Ну давай тогда с тобой, наверное, ударять вот этого, который покусился на Матильду. Потому что Чак-то в любом случае... Точнее, почему я называю его Чаком? Ред. Конечно же, Ред, ребят. Могу оговариваться. Я думаю, что вы поймете и простите. Так, ну, давай. Бумс. Ого. Парень, ничего себе он ударил, ты видел? Довольно жестко. Пол хп, и это у Реда, у нашего самого сильного, так сказать, бойца. Это непорядок. Это непорядок. Ну что, добьем? Да, добили. То бишь мы этот уровень с вами прошли. Кстати, 26 левел скоро у нас будет. Так, мы с вами 52 тысячи очков. Крутим рулетку. О, бонус неплохой выпал. Продолжаем наш поход. То есть нам нужна подводная лодка, как вы поняли, да? И мы, вот именно наш путь сейчас идет именно в этом направлении. Мы убьем этого свинью, да, которая вот здесь вот охраняет подводную лодку, и, скорее всего, на ней сиганем. Свинская мощь 194. Это у нас, опять же, друзья мои, буйные свиньи. Поэтому приступаем, естественно. Так, начинается. Бомбим, естественно, самого-самого толстого и жирного. Здесь три волны. Три волны — это плохо. Как они мне нравятся своими веточками. Тыкают. Прикольно это все выглядит. Анимация выглядит вот вообще обалденная. Я серьезно тебе говорю. В этой вот игре анимация просто класс. Кстати, в Angry Birds 2 тоже анимация крутая. Именно такая вот, как вот мультик. Ну-ка. Так, минус. А этот выжил, охламон. Этот охламон у нас выжил, и мы его сейчас накажем. Все, друзья. А, нет, еще стоит. Ну что ж, пойдем до следующих врагов. А кто там у нас будет? Покажите, пожалуйста. Оу, опять маленький маг. Слушай, вот этот вот чувак, он сильный. Помните, он нам уничтожил Реда. Причем так легко. С двух ударов, да, наказал. А, или он... А, нет, он не Реда, он Чака. Чака он нам подбил. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой перец применим. Поехали. Раз. Два. Короче, этот не жилец. Ну и до мага мы с вами добрались. Ну-ка, вот так вот. Что он сейчас будет делать? Ага, он хочет сделать массовую атаку, но он стопудово не успеет. Мы его разберем. Последняя магия. Отлично. Так, смотрим, кто у нас дальше тут будет. Показывайте. Ага, опять этот викинг, да? Со своим замерзшим арбузом. Хорошо. Нам бы желательно, чтобы быстрее накопился перец. Мы этого с вами уничтожим. И всю ярость перца выпустим вот на этого чудика. Так, вау. Можно, наверное, в принципе... А, нет, у нас еще не накопилось. А теперь накопилось, так что применяем. Он еще и оглушен. Это нам на руку. Смотри, что происходит. Ха-ха. Ну что, добиваем, да? Добиваем его. Отлично. Уровень получим? Да, 26-й левел мы с вами зарабатываем. И сколько тут? Вау, 107 тысяч очков. И три капельки нам выпало. Все самое лучшее мы получили и заработали. Ну что ж, давай посмотреть, куда мы с вами побежим дальше. В каком, как говорится, направлении. Ну, естественно, туда, ближе к лодке. Еще три монетки я заработал. И птичья сила выросла на 2 единицы. Так. Камень, который мы можем с вами немножко побить, получить, как говорится, ингредиенты. Сундук, это, конечно, все хорошо, но мы, наверное, с вами опять его открыть не сможем, потому что он будет
загорожен моими птичками и этим флагом, который здесь появится. Здесь свинская мощь всего лишь 144. Но, наверное, будет не одна волна, а как минимум три. Так, с леденцом или с чем он там стоит? Не понимаю я. Так, поехали. Опа, а он крепкий. Вот этот вот чувак в каске. Ах ты маленький упырь. Хорош Матильду бить. Смотри, они что, все сговорились, что ли? Эй, Матильда, давай-ка залечимся. И будем уже вот этих вот наказывать. Так, минус. Ну, у него копье, конечно, очень прикольное. С перышком. С перышком. Он должен не бить, по идее, а щекотать нас. Да ладно. Я думал, будет еще там волна. Но нет, мы справились. Вояка такой, да, в шлемаке стоит. Что нам выпадет? Две какие-то руды и горстка семечек. Ладно, сгодится. Я просто хочу дойти до подводной лодки. Так, а сундук? Так, тихо, смотрите. Ага, засуетился. Не знаю, что ему делать. Все-таки прыгнул, да? Блин, друзья мои, ну это плохо. Мастерство повышено. 16 уровень. Смотри, он скрылся под водой. А как же мы его теперь будем здесь вылавливать? Ну-ка, сундук, я смогу взять этот? Вот здесь получилось, друзья. Ох ты, это что такое? Что это нам выпало? Мастерство повышено с 11 до 12, с 12 до 13, с 13 до 14, с 7 до 8. В общем, все наши шапки, да, улучшились на 2%. Ну что же, это неплохо. Ладно, двигаемся сюда. Как мы будем его вылавливать? Вот что мне интересно, если он ушел под воду. 187 мощей здесь у свиней. Мы, естественно, считаем в полтора раза его сильнее. Я думаю, никаких проблем не будет с разбором. Три волны. Окей, погнали. Начинаем с бородача, потому что он предводитель тут у них. Опять они начинают бить Матильду. Так, нет, досталось и Чаку. Что ты там хочешь сделать? Массовую атаку? А ты уверен, что ты доживешь до нее? А, парнишка? Давай траванем. Так, он не дожил. А вот этот хламончик дожил с перышком. Ты посмотри. Оп, нормуль. Ну кто там следующий? Где? Ждем. Оу. Опять этот Марио пришел здесь. Давай, конечно, будем бомбить его. Но не забывайте, что здесь очень много малышей вот этих вот. Они у нас с мешочками. Так, давай, давай, бейте, бейте Чака. Точнее, блин, опять Чак. Реда, конечно же, Реда. А вот Чака трогать не стоит. Поехали. Ну, все, все отдуплились. Ну, а мы с вами переходим на последнюю. Так, вот этот вот морячок, да, бесявый. Ну-ка попробуем его на... Ах, у него иммунитет. Это плохо, что у него иммунитет. То есть магия ему по барабану, да? Так, ну что ж, давай тогда вот этого паренька накажем. И применим перчик. А ну-ка. Раз. Слушай, как думаешь, мы с вами успеем его забомбить? У него будет массовая атака. Вряд ли, да? Или получится? Нет, скорее всего, не получится, ребята. У него иммунитет, он не отравлен. Кого-то сейчас, наверное, накажет. Ух, как он жестко ударил. Но мы ответили ему. И по заслугам. Ну что же, неплохо. Я надеюсь, 3 звезды. Угу. 93 тысячи очков получили. Супер бонус. Фух. Мне интересно знать, как мы будем его доставать в этой подводной лодке. Он же там засел, да? А нам нужно плыть. Как ни крути, наверное, профессор нам поможет. Бездонная пещера. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждую субботу. Это новое у нас открылось что-то. Смотри, в чем прикол. Мы можем пойти сюда, а можем пойти сюда. Здесь пещера. Давай-ка, наверное, вот здесь мы сходим, посмотрим. Оу, бездонная пещера, да, открылась? То есть,
А, тут всего двоих дают там. Или троих можно взять. Нет, ребята, чисто двумя персонажами я должен пройти вот этот вот уровень. Слушай, ну это... это будет сложно. Ты посмотри, у меня на двоих всего лишь 186 силы. А у них, извини меня, 300. А если я, предположим, возьму... ну, предположим, Хряковича я возьму. Давай проверим. Уберем Матильду с тобой. 231 сила команды. Я рискну. Так, подожди. А что я... Почему... Подожди, я не могу понять. А почему Хрякович не выбрался? Или он выбрался? Он выбрался. Он что, будет у нас как третьим, что ли? Слушай, ну если такой расклад, если он будет как третьим, то, конечно же, я согласен. Только я уберу отсюда, наверное, Чака и возьму именно Матильду. Давай проверим. Если мы сейчас будем с тобой втроем разбирать, то, наверное, будет все-таки какой-то шанс. Да, мы втроем. Фух. Йо, нифига там волн, ты посмотри сколько. А ну-ка. О, неплохо, этот малыш Хрякович бомбит. Так, опять против Матильды что-то тут затевают у нас, а? Ты посмотри. Так, давай-ка, наверное, ударим. И сюда бомбанем. Да что ж такое-то, что он там? А, собирается что-то замутить. А этот на следующий ход бомбанет, поэтому нам нужно с вами, наверное, сделать защиту на всякий случай. И продолжать бомбить. Так, минус одно рыло. Что он сейчас делает? Ого! Пригвоздил так как нехило. Тут еще, знаешь что, 5 волн. То есть не до расслабления. Ну-ка давай, Хрякович, добей его. Нормуль, продвигаемся дальше. А, вниз, да? Как бы мы с вами в подземелье спускаемся. Ох, ё-моё, вот это вот, да, свиноты вышли. У нас, знаешь что? Если бы был бы Чак, мы могли бы с тобой здесь сделать ярость. Но так как у нас его нету, обойдемся без ярости, да? Придется вот своими силами как-то справляться. Блин, мне это совсем не нравится. Что он там хочет? Опять Матильду хочет ударить, а? Паршивец этакий. Да-да, он именно Матильду хочет. А этот хочет Хряковича бомбануть. Ой-ой-ой-ой-ой. Хм. Слушай, я, наверное, вот так вот сделаю. Я не хочу, чтобы Матильду разобрали мне. Выживи, пожалуйста. Ох, как звезданул некисло. И оглушил причем ее, ты посмотри. Он оглушил мне Матильду. Нам нужно немножко подхиляться. Давай так вот сделаем. И добиваем. Отлично. Ну что же, двигаемся далее. Третья волна. Кто у нас тут? Опять рука зомби. Рука зомби. Я не знаю, давай попробуем, наверное, этого жиробасика наказать. Он оглушен. Это хорошо. То есть минус одна атака. А этот опять хочет Матильду мне ударить, а? Ты посмотри. Хочет Матильду звездануть. Ну, единственное, что мы с тобой можем сделать, это, естественно, повесить защиту. Немножко хильнуться. Интересно, что делает Хрякович у нас? Блин. Я не знал, ребята, что он хиляет. Так, подожди, он еще и отравил. Он отравил мне Матильду. Это нехорошо. Интересно, урон большой будет или нет? 84 единицы, да? Ладно. Так, давай. Последний удар. Сейчас я еще отхилюсь Матильдой. Вот так. Нормуль и добиваем. Остается у нас две свиньи впереди. Посмотрим, кто это. Ну-ка, покажи. Так, опять.
Опять эти шаманы. Начнем, наверное, вот с этого. Так, ну. Ох, массовая атака, ветер. А что это такое? Минус удачи, что ли? Или что? Кстати, вот этот буржуй хочет сделать массовую атаку. Ты видишь? Он обдумывает план. Хм. Давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Потом поставим защиту и атакуем. Так, минус один. О, да у него атака не особо сильная. Так что, друзья мои, нам повезло. Захиливаемся и продолжаем бомбить. Раз и два. В принципе, он уже как не жилец. Он уже как не жилец. Мы его сейчас здесь быстренько и распишем. Добивающий. Шикарно. Последняя волна, друзья мои. Последняя волна. Здесь должен быть мега-мега монстр, да? Применим, наверное, мы... Нет, я не буду ничего пока делать. Хотел сделать на Реда суператаку, а потом подумал, а вдруг нам нужно будет подхилиться. Согласись? И тогда мы лучше захиляемся, так. Что он будет делать? Давай посмотрим. Угу. Он на Хряковича, да? Базарится. Крит урон получил, ты представляешь? Так, делаем защиту. И начинаем бомбить. Слушай, ну интересно, он очень сильный. Сейчас посмотрим, насколько он сейчас ударит. Оглушил. В принципе, друзья, это терпимо. Мы выдержали, так что продолжаем нашу эпопею. Мы сейчас его разберем. Я даже, знаешь, что на дорожку могу сделать? Вот так вот. Бам! Ред, красавчик. Ушатал свиноту эту. Три звезды, как с куста. И 134 очка. Так, вау. Неплохо. Совсем неплохо. Это получается, мы с вами получили 125. Максимальное количество пятачков, которые можно было получить за раз. Меня устраивает. Ну что, мы эту пещеру с вами прошли. Мастерство повысили. И давай-ка, наверное, двигаться сюда. Посмотрим. Так, свинская мощь 85. Ну, это, по ходу дела, все-таки не... не последний бой, да? Пираты. То есть мы, наверное, здесь сейчас победим, а потом уже на лодочку переместимся. Ну, поехали. Иммунитет у пирата, так что его не отравить. Как вы меня бесите, а? Вот эти вот мелкие призраки пиратские раздражают. Опа, он повесил, знаешь, на себя, что вот это вот в данный момент. Это контратака, друзья мои. Но он не успел ответочку сделать, поэтому разбираем. Так, ну что, последний свинотник. Получи и распишись. Изи. Изи, по-другому не назвать. Ну а теперь показывайте мне, что тут дальше будет по сюжетке. 50 тысяч очков. Крутим. Блин, мне в последнее время везет на вот эти вот суперские бонусы. Открой врата дружбы, чтобы получить доступ к новым локациям и предметам. Так. А он уплывает от нас, да? Ха-ха-ха. Врезался. Ну ты посмотри, а, какой жук. Все-таки он от нас отдалился. Ну давай его, как говорится, догонять. 157 здесь свинской мощи. Ну, у нас такие уже были, поэтому для нас это... не новинка. Мы таких ребят разбираем. На обед, как говорится, едим. Оу, у них у всех иммунитет. А вот это плохо. Вот это плохо, что у них у всех иммунитет. Так, что он там делает? Бумс, ударил, да? Давай-ка я его накажу в ответку. Тут, по идее, Чак бесполезен, потому что он не может отравить вражеских свиней. Оу. Так, командирчик, бегу-бегу, орёт там. Надо вот этого вот убрать, потому что он будет призывать. Перец есть, да? Эй. Тихо, тихо. Бегу-бегу, беги.
Раз. Два-с. Уничтожь, пожалуйста. Да. Минус призывник. Да хорош уже бежать, бежать-то, елки-палки. Давай так вот сделаем. Сейчас разберем эту троечку. Раз. И... блин, добиваем. Все. Бегу, бегу. Кричит он мне там. Ну что, мы подводную лодку сейчас догоним. А мне кажется, она дальше почему-то уплывет. Опять три капельки получили. Сейчас стопудово он не будет просто так сдаваться. Поверь мне. Хотя он оглушен вроде бы. Ну, покажите мне, пожалуйста. Вот он, да? Он это или не он? 237 свинской мощи. Да, друзья мои, это, по-моему, он. Вот он в шапке стоит. Хотя он должен быть как боссом, а не каким-то там прислугой. Ну, давай проверим. Вау. Три волны. Я надеюсь... блин, только хотел сказать, надеюсь, иммунитета у них нет, а у них есть иммунитет. Поэтому, опять же, здесь чак у нас бесполезен. Это меня раздражает. Ух ты! Ничего себе ты устроил тут мне. Давай-ка вот этого вот пропишем. Вот когда иммунитет у врагов, да? Мне кажется, зря мы берем чака. Хотя чак полезен чем? Что у него есть ярость, которая дает атаку каждому из наших персонажей. Мне кажется, это очень выгодно. Да хорош чака-то бомбить уже, а? Чак, давай отхиливайся. Молодец. Так, прописываем. Изи. Ну что, где там следующие паршивцы? Угу. У них тоже, да, иммунитет у всех? Нет, у этих нету, это хорошо. Нет, у этого вот свина, у здорового, иммунитет. Опять же, против магии. То есть здесь и Матильда не может повесить на него, да, тернистое вино. Поэтому в наших интересах его разбирать в первую очередь. Так, отравление. Блин, эти выжили. Я думал, сейчас они упадут. Ты посмотри. Этот хочет сделать массовую атаку. Я не должен позволить. Я не должен позволить, ребята, чтобы он сделал массовую атаку. Поэтому мы с вами делаем отравление. Отравление. Дальше что? Защиту. И вот так вот. Сейчас что-то будет серьезное и грозное. Это фигня. То, что он сделал вот эту массовую атаку, это для нас ерунда. Иди, иди, думай. А мы с вами, знаете, что сделаем? Лучше похиляемся. Вот так вот, восстановим себе здоровье. И переходим на последний бой. Давай, двигайтесь. Бомбочки, три бомбочки. Так, странно что-то здесь происходит. Ну-ка, давай вначале отравим. Теперь... атакуем бомбы эти. Ага. А ну-ка, друзья мои, вжарили этому капитану, или кто он у нас тут, я не знаю. Ха-ха, мы его и оглушили еще. Ну что? Летчик, водометчик, пришел твой конец. Да, мы победили. И, кстати, уровень 27. Шикарно. Два уровня за игру получили. Немножко не хватило, да? До 100 тысяч. О, то-то и оно. Ну что, давайте теперь смотреть. У меня новое достижение какое-то. Как рыба в воде. 1500 опыта получил. 36 уровень я заработал. Так, смотрим. Ага, вынырнул все-таки, да? И побежал, и побежал. А мы, значит, с вами захватываем подводную лодку. Так, и что? Птичья сила выросла на 3 единицы. Подводная лодка. Задраить люки, мы идем ко дну. Направляемся туда, где еще не бывала ни одна птица. Ха-ха-ха. Так. Ну что, давайте, наверное... здесь подеремся. Свинская мощь всего лишь 139. То есть вы понимаете, что мы сейчас разберем. Даже просто не заметим их.
Даже не поморщимся, как я обычно говорю. Поехали. Тут одна волна, так что... Блин, они с иммунитетами. Они все с иммунитетами. Это плохо, черт подери. Чего ты там психуешь? Ударил, да? Этот опять хочет массовую атаку провести. Уничтожаем одного. Немножко бомбим по второму. Нам нужно будет сейчас обязательно с вами сделать защиту. Слушай, он его усилил. Воу. Он усилил этого свинотника. Смотри, у него, видишь, ярость там горит. Ой, сейчас кому-то достанется. А, всем достанется. И очень серьезно досталось. Ну-ка, поехали. Давай, давай, давай. Так, ушатали, да? Теперь нам нужно хильнуться. Я не могу понять, у него это что, злоба не проходит? Она так и будет за ним висеть? Что-то мне такой расклад не устраивает совсем. Но в любом случае мы его распишем, потому что он еще будет целый ход думать. А мы за этот ход его как раз и разберем. Все. Отлично у нас получилось, да? И 3 звезды, как с куста. Поехали. Ладно, не будем тут ролить. И так сойдет. Ну и что же, сейчас мы с вами поплывем куда? Ближе к замку или как? Там, где бомбы, будем сейчас юлить. Здравствуйте, приплыли. А, ну это я могу просто, да, достать. Хорошо, так, а сундук? Воу. 200. Ну, понятное дело, ребят, мастерство повышено. И это классно, еще на 2%. Магазин? Вау. Капитан. Шапка капитана, да? 750, слушай, неплохо, ребята. Тут бард и птица-гром. Слушай, ну у меня золотых монет не хватит, чтобы это все приобрести. Слушай, а куда же мы с вами должны плыть-то? Я что-то не пойму. Ах, вот сюда. Вот на этот уровень. Ёлки ты палки. Отлично. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня пока будет достаточно. Мы обязательно с вами увидимся в этой игре и обязательно будем проходить ее. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.